Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом GTP Cash. Это проект новенький из серии баппоинтов. Я по нему видео не писала, когда регистрировалась, и никого как бы так вот особо и не приглашала. Я запустила рекламку, и ко мне пришли партнеры. Значит, что у нас здесь по статистике? Ну, уже почти 4000. Пошли выплаты. Вот. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Вход по логину и паролю. Я здесь, естественно, уже какое-то время зарегистрирована. Ну, здесь все стандартно. Я проверила, почему я пишу это видео. Сегодня я проверила его на вывод. Платит. А видео я не писала, потому что думаю, ну, запишу видео. Знаете, сейчас развелось вот этих проектов так много. Думаю, заплатят, не заплатят. Приглашу, запишу видео, а вдруг не, как бы, и не заплатят. Потом буду переживать. Думаю, сначала так проверю, потом уже запишу видео. Ну что, у нас здесь, я в первой группе. Вот у меня 21 реферал. Мои баппоинты. Вот. И на балансе у меня 15 центов. Это основной баланс на вывод. Мы просматриваем здесь рекламку. Вот здесь VFAD. Вот это. Я просмотрела на сегодня уже все. Вот. Ну, без вложений здесь, ребят, это очень долго. Лучше и не заходить. В первой группе я пока. Значит, пополнение здесь от 1 доллара. Также, если есть на аккаунте денежка, можно пополнять с аккаунта баланс. А так платежная система Perfect Payer. Вот сюда сумму. Я пополняла сюда на 1 доллар. Я депонировала. После чего мы покупаем пакет. Один пакет. Он нам дает 3000 баппоинтов и 2000 баннерных кредитов. Можно давать свою рекламку. Покупаем. И мы переходим в группу уже первую. Минимальный вывод отсюда, друзья, 1 доллар. Вот. Здесь рефералы. Здесь баннеры. Находятся баннеры, 3 баннера. И партнерская ссылочка. Вот она также. Так, здесь у нас... Нет, ничего. Сеттинг. Сеттинг. Персональные настройки у нас. Прописываем платежный реквизит. Сюда я вот yes поставила. Сюда прописываем пароль, который указывали при регистрации. И нажимаем сохранить. История. История депозита. Значит, почему я здесь начинала работать без вложений. Почему я сюда депонировала? Что у меня получилось? Ко мне пришли рефералы, а за рефералы начисляют баппоинты. И у меня было минимальное количество набрано этих баппоинтов, но я не перешла в первую группу. Я написала здесь, пообщалась с поддержкой. Вот сюда я писала. На что они ответили, как я поняла, ну так и есть. Нужно мне купить пакет. Так или иначе, я купила уже, думаю, бог с ним, так как у меня были сомнения. Вот. Я депонировала сюда 1 доллар, перешла в первую группу, но уже начала зарабатывать денежку. Вот. И у меня баппоинтов нет. Я зарабатываю только денежные ссылочки у меня. Далее история вывода. Вывела я сегодня 17 февраля 2 доллара 14 центов. Комплект. Перейдем сейчас на почту. И вот мой вывод. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Плюс 2.14 USD 17.02. И комментарий от GTP Cash. Вот. Также здесь можно посмотреть
история, как бы подтверждение оплаты. Вот мой логин. $2.14. Я почему-то думала, как бы я зайду, просмотрю рекламку и на выход, что минималка $2. Почему-то мне все как-то так зациклилось. А потом смотрю, здесь $1.30. Думаю, пойду-ка я гляну минималку. Посмотрела, это сегодня главное. Именно я вот что-то... А так я все думала $2 набрать да проверить. Почему-то у меня вот так заклинило. И вот я поставила на вывод. Ну что, теперь можно... Ребят, я не администратор проекта. Я не знаю, как он будет работать. Долго, недолго. Я проверила на вывод. Платит. Пока платит, естественно, я в проекте. Вот. Ну, а там время покажет. Ну, в принципе, это все, что я вам хотела рассказать, показать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.